Сегодня во всех школах Набережных Челнов прозвенел первый звонок, оповестив о начале нового учебного года. С особенным волнением этого ждали жители 65-го комплекса. В самом его центре к 1 сентября построена новая школа номер 42. Ее возвели в рекордно короткий срок за 10 месяцев. Вместе с первоклашками и по ее коридорам прошли высокие гости. Как те и другие оценили мегашколу, расскажем далее. Новую школу номер 42 можно назвать ралли-марафоном. Она посвящена автогиганту. И как команде КАМАЗ-Мастер школьным экипажам предстоит преодолеть препятствия длиною в 11 лет. Не застрять в зыбучих песках знаний, узнать новые и достичь своего пьедестала почета. Первыми на старт вышли 350 первоклассников. Я учу в первый класс, потому что я очень люблю примеры. Мне задания нравится делать, читать. Я хочу в школу, потому что мне весело. Я хочу в школу, потому что я люблю химию. Поздравить учеников и их родителей приехала делегация во главе с замминистром образования и науки страны Ириной Потехиной и председателем Госсовета Республики Фаридом Мухаметшиным. А в гости с пустыми руками не ходят. Есть сертификат, который я должен от имени правительства нашей республики вручить. Средняя общеобразовательная школа номер 42 города Набережные Челны на 100 тысяч рублей для приобретения необходимого до закупки инвентаря. После вручения подарков гостям праздника предложили устроить своеобразный тест-драйв школы. Здесь два спортзала, один из которых для занятий по дзюдо, футбольные, волейбольные поля, теннисный корт, бассейн с двумя чашами. На стенах красуются грузовики КАМАЗ, а также система навигации. Образовательное учреждение настолько большое, что здесь можно потеряться. Сейчас и в Республике Татарстан, и в России строятся новые школы, но вот такая школа, как здесь, наверное, одна из самых лучших, самых оснащенных. И что производит особенное впечатление, это нацеленность школы на вашего ключевого работодателя, вообще на ключевую индустрию. Эта школа называется «Лаборатория». Не случайно планируется, что в этом образовательном учреждении у каждого ученика будут выявлять таланты и склонность к определенным наукам. Эльмира Гайнутдинова, Радик Ганеев, Челны 24.